Волнующие приключения любящей и верной Герды и запутавшегося Кая. Премьера в театре «Наш дом» состоялась аккурат в новогодние праздники. Но создание спектакля – процесс не менее волнующий. Мы решили проникнуть в мир закулисья и узнать, что же собой представляет волшебный мир театра. Новогодние праздники – время, когда многие отдыхают, для актеров, напротив, самое горячее. Благотворительные елки, несколько спектаклей в день, развлекательная программа. По словам артистов, в эти дни приходится буквально жить в театре. Зато результат того стоит. Радостные лица детей, позитивные отзывы. В эти новогодние каникулы «Наш дом» выпустил сказку «Снежная королева». Трогательную и технически красивую. А вот тут у нас висят костюмы. Я играю маленькую разбойницу. Это мой костюмчик. Вот такой. Но он, правда, не полный, остальное там наверху. Вот мои сапожки, видавшие виды. Год для театра выдался удачным. Множество новых спектаклей самых разных жанров. От социальных драм до трагикомедий. 6 премьер мы выпустили в этом году. Это достаточно много для театров подмосковных. Ну, слава богу, тут еще у нас помогает федеральная программа. Там 2 спектакля мы должны поставить по федеральной программе. Одну, вот мы сейчас, кстати, вот эта новогодняя сказка «Снежная королева», она как раз по федеральной программе. Впереди еще много премьер и достижений. Сейчас сотрудники театра «Наш дом» отправляются на каникулы, чтобы с новыми силами продолжить радовать зрителей. Уже через неделю, 18 января, сыграют «Мумий тролль» и «Шляпа волшебника».